Привет! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусное шоколадное печенье с заварным кокосовым кремом. Для теста нам понадобится 2 желтка, 250 грамм муки, 100 грамм сахарной пудры, 25 грамм какао, пол чайной ложки разрыхлителя и 200 грамм сливочного масла. Для крема 3 желтка, 50 грамм сахара, 20 грамм муки, 200 миллилитров горячего молока и 40 грамм кокосовой стружки. Кладем в миску подтаявшее сливочное масло, добавляем сахар и ванильный сахар и взбиваем миксером до однородной массы, около 5 минут. Добавляем желтки, также размешиваем миксером. Теперь добавим какао и просеем его через сито. И в последнюю очередь добавляем муку с разрыхлителем. Также просеиваем через сито. Муку добавляем не всю сразу, а в несколько заходов, постоянно перемешивая миксером. Теперь начнем замешивать наше тесто руками. Вымешиваем его до такого состояния, как на видео. Теперь нам нужно придать тесту форму колбаски. Раскатываем его на столе до такого состояния. Далее оборачиваем подготовленное тесто пищевой пленкой и помещаем в морозильную камеру на 30 минут. Приготовим крем. Подогреем молоко, добавим ванильный сахар. Обычный сахар добавим в желтки. Размешиваем венчиком. Далее добавляем муку, также тщательно размешиваем венчиком, чтобы не было комков. А теперь добавим кокосовую стружку, также все перемешиваем. Вливаем наше подогретое молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая венчиком. И теперь будем варить наш крем на среднем огне до загустения, примерно 5 минут, постоянно помешивая венчиком. Крем должен загустеть и приобрести консистенцию, как на видео. А в это время наше тесто, полежав в холодильнике, стало достаточно твердым. И мы будем нарезать его на кружочки шириной 1-1,5 см. Выкладываем их на подготовленный противень на расстоянии друг от друга 2 см, так как наше печенье при выпечке увеличится в объеме за счет содержания в тесте разрыхлителя. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку ровно на 10 минут. Итак, наше печенье испеклось.
У меня получилось 21 штука. Если вы хотите, чтобы у вас было больше печенья, вы можете резать его меньшим диаметром. А сейчас я хочу приготовить шоколадный крем, которым я буду покрывать печенье сверху. Сахарную пудру смешиваем с подтаявшим сливочным маслом. Взбиваем миксером. И добавляем растопленный на водяной бане шоколад. 100 грамм. А сейчас будем прослаивать наше печенье заварным кокосовым кремом. Я взяла кондитерский мешок с такой насадкой, круглой. Наполняем его ложкой. Также крем необходимо обязательно охладить. И наносим наш крем таким образом, формируя пирожные. И последний необязательный шаг – покрытие наших пирожных шоколадным кремом. Также наполняем кондитерский мешок с насадкой «Звездочка». И украшаем наше печенье. По желанию посыпаем цветным сахаром. Вот такая вкуснятина у нас получилась. А это печенье на утро. Приятного аппетита! Если вам понравилось видео, поставьте мне лайк. Также подписывайтесь на мой канал. Там много интересных видео. Пока-пока!